Итак, всем привет, с вами Тупгай. Продолжаем играть в World Ablaze за Германию. И мы, собственно говоря, подходим к самому значительному событию в истории нашей страны. Время расширять наше жизненное пространство на восток. На западе угрозы уже нету, никто над нашей головой не сидит. У нас нету таймера. У Японии осталось лишь Китай победить. Ну, вообще, честно говоря, как-то у них... успехи хреновые. Надеюсь, они сейчас все эти силы перебросят сюда и что-то начнут делать. Но, конечно, мне смешно на это смотреть. Единственное, давайте посмотрим даже на потери. Как вообще они справляются? 2 миллиона потерь у японцев и 8 миллионов потерь у китайцев. А они вообще собираются эту войну заканчивать, нет? Ну, судя по всему, нет. Судя по всему, японцы не смогут пробиться. И я не думаю, что что-то здесь изменится. Другой вопрос. Есть еще один. Это пойдут ли японцы вот сюда? Просто если посмотреть здесь. Я, кстати говоря, на Советский Союз заходил посмотреть, что там вообще у них происходит. Вот, они прошли вот сюда. То есть, видите, здесь почему-то не подсвечивается. В общем-то, они вот зашли вот сюда. И скоро, в теории, они дойдут до сюда. Другой вопрос, что будут ли они идти сюда, либо добьют какую-то фигню вот здесь. Ну, скоро мы узнаем. А если говорить про Советский Союз, то ситуация с ним вот такая. У них 6 сотен военных заводов почти что. Кстати говоря, чтобы вы понимали, где-то 550 у них было на начало 41-го. Ну, там 520-550. И они всего лишь несколько десятков достроили за буквально, ну, 2 года. То есть это очень малое количество заводов за 2 года, опять-таки напомню. Так что я не сомневаюсь в том, что им просто их спавнят в один момент. А сами они строят их ужасно. Тем не менее, у них промышленность все еще есть. Да, у нас она огромнейшая, еще больше, военная почти в 2 раза, промышленность гражданская в 3 раза. Так что да, мы сейчас начинаем строить воздушные базы на востоке, железные дороги начинаем прокладывать на восток, готовимся к полномасштабной тотальной войне. И перед этим мы, конечно же, доберемся в Турцию, потому что, ну, я считаю, достаточно оправданно, раз у нас есть это по фокусам, и мы действительно дошли до сюда, смогли в Африке все забрать, Ирак забрали, Иран подчинили. Хотя я ожидал, что он как-то по-другому подчинится, а не просто нефть передаст, да? Ну, ладно уже, ладно уже. Они типа, можно сказать, откупились. То с Турцией, я думаю, надо решать конфликт, так сказать, решительно. Нам нужно именно это направление для атаки, а не просто для торговли, не знаю, для прохода. Нужно полноценно атаковать. Вот. Плюс это позволит нам вести флот в Черное море и с этим... И с помощью этого флота мы, в принципе, сможем здесь очень много чего сделать. Севастополь, я напомню, 10-й укреп имеет, 9-й форт имеет, прибрежный имеет очень жесткий вот этот баф дополнительный, так что выбить его будет сложно. В Крыму они, я видел, построили радар, который мы, видимо, я так понимаю, захватим. Так что, ну, планы пока что вот такие. Танковая группа одна пойдет с севера, в принципе, примерно как, наверное, это и было. Другая с юга. Будем избегать мы вот этих вот болот, потихоньку вот эти клещи, так сказать, образовывать, и пехотой потихоньку все добивать. Морпехи, я думаю, либо пойдут вот сюда с болотами справляться, либо штурмовать какие-то реки, либо высаживаться где-нибудь здесь. Посмотрим, как что получится. Вот, а так у них, чтобы вы понимали, 5 миллионов, да, я бы сказал 6 миллионов, потому что 5,8 это считайте 6 миллионов вооруженной силы. У нас всего 2.2. Мы примерно в 3 раза меньше по количеству. У нас, да, есть все еще, так сказать, наши союзники-сателлиты. Тоже вон 700, 900. У Италии 1 миллион. Но это все, я считаю, не то, потому что, ну, они вряд ли будут полностью вкладываться сюда. Тем не менее. По воздуху я ожидаю, что мы их победим, как и по качеству. Наши дивизии, в принципе, готовы, плюс-минус. Я еще немножко подредактирую, когда у меня доисследуются последние техи. У нас еще есть на это некоторое время. Но в целом, как-то так вот у нас будет. У нас просто безумно сильные средние дивизии. У нас просто ужасающие тяжелые танки. И я действительно, я думаю, я успею. Штучек, может, даже побольше. Штучек 10, может. Ну, пока что точно 5 тяжелых танков таких дивизий будет. Может, больше. Я подозреваю, что именно ими мы будем стараться штурмовать Москву. Здесь мы на север также отправим армию, по крайней мере, поддержать финнам. Поддержим финнов нашими силами. Если не сильно получится, то хотя бы под Ленинград здесь куда-нибудь выйдем, там посмотрим уже. Здесь тоже есть очень жесткие бафы, и там будут укрепы по фокусу.
Единственный вопрос, какие войска отправить вот сюда, в горы. У меня есть вот эти интересные войска. Здесь есть неплохие горнострелки, в принципе. Возможно, я немножко как-то переорганизую свою армию и сделаю, на самом деле, горнострелков. Вопрос в том, что они такие себе у меня на данный момент. Их надо будет полностью переделывать. Ну, увеличивать их размеры. А у нас не то, чтобы на это есть опыт. Возможно, я сделаю вот так. Наверное, кстати говоря, так и сделаю. И сделаю горняков. Но мы еще посмотрим. И сделаю дивизию. Надо будет потом поменять себе дух на вот этот, чтобы политику получать, потому что все остальное мне уже, в принципе, ну, вроде как не нужно. И вот здесь вот, я думаю, мы переключимся на планирование и логистику, ради логистики, потому что нам нужно накачать будет максимум логистики за первое время войны. Здесь челы как бы, ну, кто-то может еще не готов накачаться, левелапнуться, кто-то вот половину имеет, кто-то тут еще что-то, то есть, в общем-то, они в разных состояниях, но левелапы, я думаю, будут. И если логистика, вот, допустим, здесь совсем немного. Если логистика будет апаться, это, конечно, будет очень полезно для нашей армии на востоке. На этом, наверное, по предварительным планам все. Давайте уже переходить к постройке и потихоньку двигаться к нападению. Я думаю, где-то на май мы его будем планировать. Ой, тут интересный ивентик у нас. Мефа... Эти, ну мы их не выплачиваем. А, минус 3 стабильности у нас все еще оставляет сотку. Как прекрасно. Талия требует Мальту. О, да, давайте. Без проблем. Может, они еще на что-то попросят? У Италии, кстати говоря, знаете, что я еще хочу забрать до войны? Швейцарию, потому что у Италии есть тот фокус, который требует Тиссина. Тиссина — это как раз-таки швейцарские территории. Так что я подозреваю, что мы сюда будем атаковать. Здесь, конечно, территории просто безумные. Восьмые форты, пятые форты. Короче, это просто ад. Благо, у нас есть куча авиации, куча бомбардировщиков, так что мы что-то с этим сделаем. Но это будет тяжко. Это будет тяжко, но надо что-то сделать, обязательно со Швейцарией. Потому что я хочу, чтобы они сделали этот фокус. Хотя, знаете что? Оставим как есть. Там просто потом вот этот фокус прикольный есть, вот этот что-то там им дает, вот этот приятный для них фокус. Ну, потерпит. Пускай Швейцария остается независимой, я думаю. А Савой они просят, допустим. Окей, я не против ему дать собою. Тоже. Некоторые еще такие, в принципе, их запросы я готов удовлетворить. А тем временем наше производство тигров только растет, да и пантер, да и фердинандов. Все производство растет, очень солидно. Кроме того, я думаю, мы сделаем еще вот так вот с нашими бронемашинами, потому что я их собираюсь выдать пехоте. И вот здесь вот выбор, можно позвать их в ось, и я бы так и сделал. Но фишка в том, что я уже проверил, они не присоединяются в ось, они просто дают нам проход армии, а это не хватает. Этого мало, мне хочется именно иметь нормальную границу. Так что отправляйте армию. Мирного решения не будет. А еще мы сделали STG, наконец-таки 44. И время их на вооружение ставить, хотел я сказать. Но мы в некотором жестком минусе по снаряжению. Мне казалось, что мы решили эту проблему, но нет, видимо, из-за гарнизонов. Да, гарнизоны пересчитали, 2,26 стало. Надо переделать сейчас что-то с гарнизонами резко. А, я, кстати говоря, понял, что произошло. У нас еще резко комиссариаты немножко сломались. Польский сломался. Здесь, в принципе, Виша вообще не было, да? Тоже было вот такое вот. А, прикольно, тут их остались бафы. Так, а болгарские клаймы? Ну, допустим. Я на этом сейчас, я чувствую, потеряю промышленность некоторую. Да? Да, так и есть, я теряю промышленность. Ну ладно, мы немножко перераспределим просто текущую. Я думаю. Но это надо сделать, чтобы не умереть по гарнизонам. Итак, после некоторой работы над картой, получился вот такой вот ужас. Да. Децентрализованный, но зато у меня появилось 2 миллиона манпауэра. Я освободил их. Все еще я хотел бы на самом деле вот отсюда тоже освободить манпауэр. Кстати говоря, Kingdom of Poland. Это что, это вот это? Здесь у меня гарнизон 300 тысяч. Я как-то не сильно верю. Я про связи передал провинции вот сюда, как они и были.
Допустим, ладно. США хочется еще выделить, и хочется выделить Канаду, конечно же, но в первую очередь США. Так что копим политику и нажмем. И, кстати говоря, вот смотрите, даже в плюс вышли. Видимо, вот отсюда мы не получали вообще ничего, а там что-то было. Теперь мы получаем. Единственное, только с ресурсами я вижу теперь проблемы, но это требует лишь менеджмента, потому что у нашего альянса есть ресурсы всего мира. Очень забавно, что британская Бурма наша марионетка, то есть, ну, это немецкая Бурма теперь должна быть, но нет. А тем не менее, теперь нам, да, они будут давать просто безумно огромное количество ресурсов, почти бесплатно. Только остались, видите, некоторые вопросы, но по факту, мне просто надо проектировать всю сталь. Но это занимает просто, ну, безумное время какое-то. И я думаю, пора уже наступать на Турцию. Давайте начнем нашу атаку. Единственное, авиацию надо перебросить. Знаете, что я подумал, стоит делать? Заняться некоторым перепроизводством. Так сказать, все вот эти БФы, короче, нам бы произвести, ну, сделать из них хорошие БФы. Дело в том, что у нас все еще, ну, истребителей-то обычных, не Фукивульфов дофига. Да, у нас 7000 истребителей, если что, это 7000 как раз-таки вот этих БФов. И нам бы их потихоньку позаменять хорошими. Так что, наверное, я буду вот так вот переделывать их все в хорошие версии. Ну, конечно же, я еще и вот так вот бафнул их. Так что да, я думаю, в этом есть смысл некоторый. И именно это, наверное, смысл придает вот этому двойному исследованию и двойному производству, чтобы вот эти все доапать до последних левелов тоже. Это благодаря, собственно говоря, конвертации пойдет побыстрее, но все равно займет некоторое время. И я призвал всех союзников, и просто посмотрите на этот невероятный список. У меня же компьютер немножко подзагудел, когда это начало происходить. Но мы сразу нападаем, авиация вся на позициях. В общем-то, все у нас шикарно. И мы смогли успешно приземлиться здесь. Отправляемся расширять наш захваченный берег. Здесь тоже, я думаю, в принципе, должны успешно приземлиться. И с помощью авиации, с двух сторон, я думаю, эта война закончится очень быстро. Я бы сказал, это будет демо-версией наших боевых действий с Советским Союзом, проверкой наших новых сил. Кстати говоря, наши вот эти дивизии не могут пробить. Это что, почему? Потому что у них броневики. 3-4 армора они не могут пробить. Слушайте. Где тут пробитие? Дайте. 2,9, да. С броневиками они реально непробиваемы для турков. Ладно, это сложно назвать демо-версией. Тут, конечно, ух, потери, конечно, да. 177 против 114-115 тысяч. Это, конечно, любопытная ситуация. Вот еще делали фокус на Гитлер-Югенд, 0,5 манпауэра, полезно. И я думаю, тут еще есть фокус интегрировать Румынию, тоже сделаем. А затем уже подготовимся к Барбароссам. И Турция капитулировала. В принципе, ожидаемо. Давайте только мы сделаем вот так, наверное, в этот раз. Не будем допускать ошибку. Так, надо было, кстати, никого не призывать, возможно. Будем допускать ошибку и не будем создавать гарнизоны, которые мы не хотим поддерживать. А еще дополнительно добавим здесь в репарации ресурсы и, собственно говоря, заводы. И на этом готово. Турция теперь марионетка. Дает она нам кучу ресурсов. Вольфрам, точнее, хром мы теперь не покупаем. Вольфрам все еще, кстати говоря, надо покупать. Несмотря на то, что у нас его просто, ну, тонна. Наших танков еще больше, собственно говоря. Но ничего, это не проблема. Мы здесь закупаемся солидно. А еще я тут заметил один интересный момент. Можно с исследования Фердинанда поставить на Тигр пушку получше. И она добавит просто 68 пробития внезапно и кучу прорыва. Почему бы этого не сделать? И можно еще поставить вот так, чтобы их терять меньше. Собственно говоря, все равно у них скорость небольшая. Давайте, да, поставим дополнительную надежность, чтобы их меньше терять в бою. А броня здесь, кстати говоря, не самая тоже большая. Можно повысить еще на десятку, заплатив всего какие-то копейки. Собственно говоря, почему бы и нет? Здесь, я думаю, оставим все уже как есть, не будем что-то менять. Отлично. Тигры новые есть, тоже это устаревает. Ставим сюда новый тигр. Также у нас тут появились новые четверки. 4H с бронелистами, с лучшей брони. Тоже они у нас выходят на вооружение. Сначала доконвертируем все, что есть, потом будем новые производить. И
Блин, наши дивизии потихоньку становятся все приятнее и приятнее глазу. И добавляем сюда вот эту вот разведку. Это повышает и разведку. Это дает еще 2,5% атаки. Статы получше. Дает еще вот сюда неплохие статы, тоже солидные. И, ну, пробитие уже плевать. За не так дорого, на самом деле. Мы их производим достаточное количество, так что отлично. И можно подумать сюда еще какие-нибудь вот такие танчики засунуть. Опять-таки, это не сильно повышает supply use, но очень много статов дает. Но у нас пока что таких просто нету. Так что пока что мы сделаем вот так. И будем ждать. У них пробитие 83 без... Вот здесь вот еще ПТО. Мы, я думаю, можем поставить в один момент вот эти вот ПТО, если я буду видеть, что там какие-то очень бронированные дивизии. Но пока что, я думаю, должно быть и так нормально. И чертовы союзники просто насрали своими войсками. Я не знаю, как еще сказать на это. У меня было такое прекрасное снабжение до того, как они подвели сюда просто все, что у них есть. И да, они в какой-то степени будут полезны, но черт возьми, они заставляют наши хорошие дивизии гореть. И из-за этого сгораю я. Типа, блин, можно было бы нажать, чтобы они... Вот не хватает управления союзниками. Хватает. Ну ладно. Не знаю, куда-то вот сюда мы их поставим. Господи, ничего тебе не видно будет. Давайте куда-нибудь вот сюда они какой-нибудь такой вот удар будут наносить. Смотрим. У нас появились хедзеры. Наконец-таки я могу сделать... Ну-ка. Давайте нас не затроллят. Да, нас не затроллили. Эффективность сохранилась. Теперь мы будем производить просто огромное количество... Вот этих вот единиц. Вопрос такой. Да, видите, и то это легкотанковые, собственно говоря, единицы. Легкотанковый ПТСАУ. Супер. Это мне и подходит. Единственное, тоже опять-таки, нам, скорее всего, Мартеры 3 надо будет выкинуть на помойку теперь. Давайте вот так вот сравним. Хедзер по этим статам лучше, лучше, лучше и стоимость лучше. Ну, типа, Мартер, извини, но у тебя не было шансов. Так что перебрасываем сюда воензаводы и начинаем нереально производить хедзеры. Эффективность у нас растет достаточно быстро, так что я думаю, стоит это делать уже сейчас. А мы здесь выплачиваем последние банды, и это означает, что мы сможем во время войны их новые начинать выдавать. И здесь нам бы, смотрите, я хочу что сделать? Исследовать бронетехнику такую, чтобы я мог... Так, вот эту кнопку стоит нажать, наверное. Чтобы я мог наши вот эти дивизии создать. И нам нужно, видите, здесь еще исследовать Хамель, Нашорм и какой-нибудь ПВО. Окей, это мы сделаем. У нас тут подосвободилась политка, а значит мы нажимаем Рейхскомиссариат. Давайте Пацифик, там, наверное, должно быть больше манпауэра, но это не точно. И... Да, мы сделали еще один. Еще один Рейхскомиссариат. Супер. Должны все освободить себе побольше манпауэра, но в итоге у нас наоборот он уменьшился. Любопытно. А мы уже начинаем потихоньку переходить на пантеры в наших средних танках. Супер. И мы реально успели сделать 5 танковых, тяжелотанковых, просто страшнейших дивизий. Единственное, что я думаю, стоит их отдать самому хорошему генералу, да? Поэтому мы сделаем вот такой вот маневр. Вот так. И вот так. Здесь будет некоторая проблема, потому что у него еще нет фул генерала. Но я думаю, он это как-то потерпит. Да? Ну да. И вот этот парень... Хотя, знаете что? А что нам, собственно говоря, думать? Вот так мы и сделаем. Ну да, и нормально будет. И мы практически готовы. Здесь все еще грязь где-то находится. Через какое-то время это пройдет, но я думаю, основной наш, так сказать, индикатор это вот это. У нас пропадет паф 15 мая, то 15 мая мы прекратим тренировать наши дивизии. Как бы они более-менее все дотренировались. Есть, конечно, кое-где еще не идеальные, так сказать, бойцы, но их не так много. Я думаю, сразу после этого мы начнем нашу атаку. Я думаю, что еще есть смысл некоторый резерв сделать здесь. Да, было бы на самом деле полезно. Что-то типа вот такой армии. Почему бы нет? У нас есть на это manpower, у нас есть на это ресурсы. Почему бы так не сделать? Моторизованной реактивной артиллерии у нас немножко еще не хватает, но в целом в остальном все нормально. Я вижу еще ПВО легкого тоже не хватает. Надо бы его тоже добавить побольше. А еще я думаю, мы все-таки нажмем вот эту кнопочку, как минимум проверить, будет это минус 20, либо минус 40, да, и это минус 40. Перед началом войны мы входим с полностью свободной экономикой, дышащей невероятно прекрасно. У советов же
Уже усталость 60. А с начала войны, кстати говоря, они смогут ее понизить. Да, у них откроют вот эти решения, но факт в том, что они будут на таймере дополнительном. Потому что, я вам напоминаю, если экономика начинает опускаться сильно, то дебафы начинают увеличиваться. А если они доходят до коллапса, то, ну, посмотрите просто на эту жуть. Это реально жутко, и это реально уничтожает страну, потому что 5 вар-саппорта еженедельного в минус. Как бы остальное все даже как бы, ну, как-то можно пережить, хотя output неприятно, скорость постройки неприятно, ресурсы, политика, все это неприятно, но 5 еженедельного вар-саппорта просто убьет страну. Так что у нас просто, ну, все карты, чтобы победить Советский Союз. Другой вопрос, насколько хорошо и быстро мы сможем это сделать. Вот и посмотрим. Итак, я думаю, мы, в принципе, готовы к наступлению. Здесь еще и остается какая-то грязь. Но я думаю, она подсохнет к лету. А нам нужно первое время, как раз мы пока до нее дойдем. Плюс можно немножко маневрировать. Да. Наши танковые, прекрасные тяжелотанковые дивизии стоят вот здесь вот. Тяжелые танки будут пушить вот сюда. Потому что они не такие быстрые. Средние, я думаю, направлю вот сюда. У них будет здесь и механ в прикрытии, и еще один танковый корпус в прикрытии. Северные танки пойдут как-то вот так. Здесь леса, да, неприятно, но как получится. Кстати, дивизии будут не спешить. И потихоньку будем формировать вот такой вот котел. А здесь тоже механизированные войска. Я сюда добавил. Они пойдут по северу, попробуют подойти к Ленинграду, как получится. И здесь механ будет также поддерживать танковое давление. Центр, ну, не слишком мы здесь укрепили. Но, учитывая, сколько здесь у нас наших войск сателлитов, я бы сказал, где-то сколько, 250 дивизий, что ли, они сюда пригнали. Они просто отовсюду их убрали. И вот здесь вот я вообще ничего не оставил, потому что, ну, мне кажется, что здесь у нас не будет проблем. Авиация вся так же уже на позициях. Возможно, только какие-то вот такие единичные вещи еще не в воздухе. И мы готовы. Вот это, блин, не готов. Вот это надо убрать. И вот теперь мы точно полностью готовы. Но начнем мы уже операцию в следующей серии. А с вами Red Bull Top Guy. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.